Петербурге отметили 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Утром горожане провели торжественно-траурные митинги и возложили цветы к мемориальным доскам и монументу «Мать Родина». Днем на Дворцовой площади прошла интерактивная выставка военной техники. На ней посетителей угощали армейской кашей и горячим чаем. Вечером перед Аничковым дворцом зажгли свечу памяти в честь годовщины памятной даты. Завершился день залпом из артиллерийских орудий и праздничным салютом. Другие города также отметили важное для всей страны событие. К примеру, в Москве возложили цветы к мемориалам в Александровском саду. А жители города Иваново в память о блокаде Ленинграда зажгли 900 свечей.